Сообщать показания газовых счетчиков в «Газпром» по телефону нет необходимости. Достаточно указать расход голубого топлива за последний месяц в квитанции и оплатить ее привычным способом. Кстати, с июля, когда граждане начали получать отдельные квитанции за газ, количество пунктов приема платежей без комиссии увеличили в 10 раз – с 30 до более чем 370. Существует способ онлайн-оплаты через личный кабинет на сайте «Мой газ Смородина онлайн». Тем не менее, в начале августа в пунктах оплаты возникли очереди и проблемы с дозвоном к специалистам. Как пояснили в компании, в настоящее время очереди ликвидировали, а вот в отношении дозвона людей просят проявить терпение. Телефоны работают через АТС, поэтому если на какой-то из-за шквала звонков не отвечают, значит он занят. Что касается различий в суммах в квитанциях, несовпадение вызвано разными технологиями работы двух организаций.